Партнер рубрики – магазин детской одежды «Юлия». Новогодняя коллекция карнавальных костюмов. Скидки весь декабрь. Хорошего вам настроения. Какая буква самой первой стоит в алфавите? Самой первой учится в школе? Конечно, А. А много ли исконно русских слов начинается с этой буквы? Ой, да я не задумывалась над этим никогда. Мне кажется, 8 тысяч. Точно? Я думаю, 7 тысяч. А какие, например? Ну, арбуз. Удивительно, но почти все слова русского языка, начинающиеся с буквы А, пришли из других языков. Слов русского происхождения на А в современной речи очень мало. Это слова азбука, ас и авось, а также междометия ах, ау и образованные от них глаголы ахать и аукать. Гибок язык человека, речей в нем крайне початый, восклицал Гомер. Следите за тем, как вы говорите. Удачи вам в делах, будьте грамотны. Партнер рубрики – туристическая компания «Далин Турист Уссурийск». Сделай себе подарок из зимы в лето. Подари себе тур. Можно в рассрочку.